О, эй, эй, не надо! Эй! Нейт, ты что здесь делаешь? Елена! Джек, стой! Ты что, знаешь его? Да. Это Дрейк. А, прости. Ну, и какими ты здесь судьбами? Намерен обчистить пару храмов? Или, может, музей? Я тоже рад тебя видеть. А ты тут, конечно, с благими намерениями. Вообще-то, мы идем по следу военного преступника. Зоран Лазаревич, слыхал о нем? Пусть НАТО его ищет. Они думают, он мертв. Убит в ходе налета. А ты решила открыть им глаза? Знаешь что? Он же просто изверг, Нейт. Он же пытал и казнил многих невинных людей. А теперь он задумал что-то еще, но... Но почему же здесь? Что он может здесь искать? Что-то тут нечисто. Нет. Скажи мне, что не имеешь к этому отношения. Не смеши меня. Вот ты где, Нейт. Вроде ушла. Эй, стой! Все в порядке, Хлоя, это... журналисты. Нам надо торопиться, если мы хотим успеть раньше Лазаревича, так что... О, черт, Нейт! Эй, стоп, стоп, не торопись с выводами, Елена. Простите, вроде тут пахнет историей. О, Елена Фишер, прошлогодняя модель. Смешно. Да. Нет, нет. Очень рад, что тебе весело. Ну, я плохо представляю тебя с такой рафинированной кисейной барышней. Она гораздо круче, чем ты думаешь, Хлоя. О. Что еще? Она разбила тебе сердце. Ну, хватит. Разбила. Знаешь что, правда же? Может, это я ее бросил? О, да, Казанова. Нам пора идти. Стой. Они пойдут с нами. Ты в своем уме? Я серьезно, я не могу бросить их посреди всего этого. Они будут нас задерживать. А Хлоя. Если Лазаревич поймает нас обоих... Я их не брошу. Хватит, черт подери, строить из себя героя. Нейт! Танцуй с тем, с кем пришел на вечеринку. Я понял тебя. Но они идут с нами. Нас не надо спасать, Нейт. Спасибо. Ты в этом уверена? Черт. Марш!